Православные верующие отметили Радоницу или родительский день. Тысячи новосибирцев отправили сегодня на кладбище, чтобы почтить память умерших родных. Обычно мы осенью все убираем, а сейчас мы все подобрали маленечко. Сейчас вон дальше туда пойдем еще убирать. Мы помним своих близких. Мама, папа, тетя, бабушка, еще бабушка. Приезжать на кладбище горожане начали с 6 часов утра. Люди наводили порядок на могилках своих близких, убирали старую траву, красили оградки, украшали места захоронения цветами и венками. Некоторые просто молча вспоминали покойных. Чтобы все желающие смогли добраться до кладбища, выделили дополнительные автобусы, которые ходили до Гусинобродского и Пашинского кладбища. Всего больше 20 машин.